Привет, друзья, с вами Имба, и с последнего нашего розыгрыша, на котором мы на секундочку разыграли с вами предметов общей стоимостью более 10 или даже 15 тысяч рублей. Отчеты, кстати, с отзывами есть все у нас в группе ВКонтакте, все у нас выдается. Настало время вновь добыть каких-нибудь интересных предметов к вам на розыгрыш. Мы это опять-таки все разыграем, условия и сами призы вы узнаете в течение видео, так что смотрите обязательно его полностью. А сегодня мы окажемся на сайте, точнее уже оказались на сайте Tasty Drop, и для начала вам такая небольшая плюшечка лично от меня. При пополнении счета, баланса вашего скинами, либо же средствами, как угодно, вот такую штучку можно ввести сюда, промокод называется он от нас. Имба 3 семерки, вводите и получаете не 10%, а целых 11%, я думаю, можно один дополнительный лак за процент поставить. Вот, активируйте это все, промокодик вы сейчас видите у себя на экране, он будет у вас в напоминалке висеть, чтобы не забыли. И, друзья, еще один важный момент. Тут все знают, что такое Черная Пятница. Вот у нас есть такой бич-пакетик за 8 рублей. Давайте мы будем открывать, параллельно я вам расскажу. Черная Пятница — это сумасшедший день по всему миру, который пришел, не знаю, где-то с запада. И постоянно в эту Черную Пятницу проводится тьма тьмущая всяких розыгрышей, скидок там каких-то вообще невероятных и так далее. Вот и Tasty Drop тоже решили своих активных пользователей, подписчиков, не знаю как назвать по отношению к сайту, удивить, и добавили кейсы. Вот от 8 рублей мы вот сейчас открываем этот кейс, который действует там, ну, какие-то безумные скидки. Сейчас я вот последний раз крутанул. Как видите, мы один раз за 8 крутанули, 22 рубля получили, второй раз крутанули, 2 рубля получили, и сейчас мы... Да ладно, а подождите, это ж недорогой вроде, да? 6 рублей, да, я знал, что он недорогой. Вот они, наши сундучки, Black Friday Secret Case. Эти сундуки совсем быстро исчезнут, их тут ограниченное количество. И обратите внимание, что тут есть кейс специально для нас, для имбо-шоу. Также тут есть Алькор и Миссисипи. И, кстати, я могу заметить, что мой кейсик нам наиболее активно открывает. Ну, какие? Так, давайте мы потихонечку по ходу пройдемся во всех них. Очень надеюсь, что что-нибудь интересненькое с этого выбьем и обязательно отправим на розыгрыш. Давайте по розыгрышу сразу с вами обусловимся, что с момента публикации... Давай, до арканки. Вот собака. 6 рублей, серьезно. С момента публикации этого видео мы даем ровно неделю, чтобы выполнить условия. Вам нужно будет собрать элементарные 2500 лайков. Мы кликаем под этот видосик, и у нас есть тут Бэби Роша. Сколько он стоит? 180 рублей, неплохо. Собираем с вами 2500 лайков, и сразу автоматически будет проведен розыгрыш в нашей группе ВКонтакте, подведены результаты. А что сделать нужно для участия, вы узнаете в конце видео. Так, что-то нам не везет на вот этом кейсе. Изи окуп. Ну что-то мы не слишком изи окупаемся. Хотя Бэби Роша за 180 выпал один раз. И я думаю, мы в принципе в ноль вышли, если только нас сейчас чем-то не удивит. Но по всей видимости нет. 6 рублей. Ладно, погнали теперь по ютуберам пройдемся. У нас тут есть Миссисипи, Black Friday, 99 рублей. Тут есть арканки, какие-то курьеры, пушки. Посмотрим, у Морталки может что-нибудь нам выпадет. Главное, чтобы не какой-нибудь дешманский вар. С такой Мишаном. Оп, и арканку, хрен там, оп, и веника. Ну, в принципе, мы были близки, но пошли с вами в минус. Миссисипи у нас не окупается. Пикачу, MLG, 360 ноускоп, рефрешер и куча аркан. Все это Миссисипи и его кейс. Ну, давай, Миша нам кучу аркан. Нет, Миша нам дает вардик. Ладно, покидаем кейс Миссисипи и погнали заглянем к Алькору. А йоу, друзья, с вами Алькор. Смотрите, они тут все знаменитые фразы повписывали. Интересно, что они впишут у нас в нашем кейсе. Я еще туда, честно говоря, даже не заглядывал. О! Алькор нас уже приятно удивляет. Так, давайте мы ее, наверное, продадим. Потому что я хочу какие-нибудь поболее такие интересные предметики вам пособирать. Повыбивать, точнее. Например, какую-нибудь Бэби Роша, лава Бэби, собака. Она же дорогая, эта лава Бэби Роша. Но, смотрите, мы у Алькора два раза открыли и два раза окупились.
А сундучки-то не бесконечные. Смотрите, у нас тоже. Так, имба-кейс для имба-дотеров. Открывай скорее, или он придет за тобой. Интересно. Прикольно придумали, ребята. Молодцы, конечно. Вот знаете, чем мне нравится Tasty Drop? То, что они постоянно какие-то свои обновления, какие-то новые фишечки вам выдают, тайт сюда, и всякие там фейс-кейсы, и вот как сейчас Black Friday, кучу постоянных розыгрышей, то есть там бесплатные какие-то есть кейсы. Ну, молодцы, ребята, видно, что они как бы, знаете, не то, что вот есть некоторые подобные сервисы, которые создают сам сайт, да, и забивает его каким-то стандартным дропом, выставляет какие-то там шансы, не шансы, я не знаю, как эта вся схема работает. Вот. И все. Собственно, все. На этом их деятельность заканчивается. Там никакой техподдержки, никаких обновлений вам, никакого движения. А вот тут видно, что сайт живой. Вот он постоянно что-то чем-то удивляет своих пользователей. Так, ну смотрите, наш кейс как-то слишком сильно... Стой, аркан кубы. Ну, в принципе, мы выбили две рапиры. Ладно, давайте еще разочек, раз это наш кейс, мы его еще разочек крутанем. Вот, и остальное я оставлю уже вам, друзья. Потому что кейсы заканчиваются. И, ну, в принципе... Ну, мне вот, видите, мне не везет. Я ничего не меняю, ничего не вырезаю, оставляю все как есть, показываю вам. И вот, пожалуйста, я из 5 раз, или сколько там, 3-4 раза крутанул, только 2 раза выпало мне за 130 рублей рапира на Эмбера. То есть вот такая вот окупаемость, либо рандомность, не знаю. Если всем везло, то, естественно, и кейсов бы этих не существовало. Так, Cloud Rap кейс, Cloud Rap Rock'n'Roll 2K17, включай Yonglin, открывай кейс и складывай кэш на стол. Я, честно говоря, половину из этих слов не понял. Я просто не такой по трендам. Rock'n'Roll 2K17, Cloud Rap, что это вообще такое? Напишите мне в комментариях, что это такое. Я, конечно, понимаю, что можно загуглить, но я без понятия, что такое Cloud Rap Rock'n'Roll 2K17. Как может быть рэп рок-н-роллом? Что это за бред? 230 рублей. Ну, смотрите, вот то окупаемся, то не окупаемся. В принципе, если бы мы забирали предметы, которые стоят дороже суммы, которую мы тратим на открытие кейса, то, в принципе, было бы, наверное, неплохо. Нет, смотрите. Нам что-то все какое-то говнецо падает. Ладно. Погнали. Black Friday Arcana кейс. О, кстати, сейчас посмотрим, возможно ли сделать такую штуку. Здесь, смотрите, здесь курочка есть дешманская и арканки. Кейс стоит 389 рублей. То есть, ну, допустим, грубо говоря, 400 рублей. В среднем арканы стоят... сколько? Ну, пусть будет 1500. Ну, давайте 1600 сделаем. Продаем. То есть мы можем крутануть 4 на 4. 4 раза. Вот. Если мы за 4 раза не выбиваем с вами аркану, то вот, конечно, вот вам и шансы окупиться. Крутим второй раз. И второй раз нам курочка. Смотрите, мы уже потратили почти 800 рублей. Идем дальше. Вот если сейчас нам не выпадает аркана, то на четвертый раз мы либо уходим в ноль, либо уже начинаем уходить в минус. И... Да ты смотри. Ну, правда, на минера. Как бы тоже такое. Не хочу я на минера. Но зато со второго раза, или с какого, с третьего, да? Я уже что-то запутался, не помню. С третьего раза мы выбили аркан. Ладно, давайте мы сделаем вид, что мы окупились. Если я не прав, напишите мне об этом в комментариях и считаем заново. Вот, первый раз крутанули. Не окупились. Второй раз крутим. Я вот просто уже пальцы тут прям загибаю. А то пока с вами разговариваю, мысль теряю. Точнее, счета сбиваюсь и не запомнил, что у меня там было. Так, ну, пожалуйста, со второго раза аркана на цемочку. Ее, я думаю, мы и заберем на наш розыгрыш. Это будет... один из первых призов. Аркана на цемочку со второго раза. Ну, в принципе, вот такие вот интересные шансы за 389 рублей. Так, что у нас тут есть еще интересненького? Вот эти кейсы я, честно говоря, крутить сильно не хочу. Я лучше их оставлю для вас. Давайте-ка мы с вами сейчас покрутим случайный иммортал. Потому что тут есть много имморталок, и какие-то из них, в принципе, должны быть приемлемые для нас по цене.
Хотя тут мало дорогих вещей, и мы, наверное, покинем этот кейс, и я знаю, куда мы отправимся. Продаем за 20 рублей, уходим с этого Immortal кейса. Мидер, керрио, фойнер. Ну, давайте мидера посмотрим, что у нас у мидера есть. У мидера есть что-нибудь интересное? Вот, например, вот этот вот хук. Или вот эта вот шляпка. Можно, в принципе, и арканку. Вот это вот вроде дорогое. Ну, а это так себе. 700 рублей. Нормально в плюс пошли. За, считай, 250 открыли и 700 получили. Неплохо. Я не знал даже, что на Лину такая вот штучка есть. Это сеттик, да, походу, мистикал какой-то. Если я где-то ошибаюсь, друзья, вы там сильно на меня не ругайтесь в плане названия, либо раритетности. Можете просто в комментариях указывать на мои какие-то ошибочки. Я все комментарии стараюсь ваши читать и буду иметь в виду на будущее, что называется. Такс, ну что? Снова крылышки. Ну, по крайней мере, мы окупаемся. Но тут нету дорогих, реально классных предметов. Таких вот прям чтоб аж ух, ух. Давайте мы заглянем в Golden Case. Тут очень много дорогих предметов. И я предлагаю попробовать отсюда выудить какую-нибудь шмоточку. Ну, вообще за нереальные какие-то бабки. А вот, например, вот это стоит, я не знаю, ну, 1500, наверное, стоит дороже, чем... дороже, чем что? Напишите, 1500 для вас это дороже, чем что? Для меня, допустим, это пусть будет дороже, чем, не знаю, мои кроссовки. Шучу. Я не ношу кроссовки. Ну, вы поняли суть, да? Дороже, чем что-то. Нет, я хочу отсюда что-то выбить. Деньги у нас позволяют. У нас уже есть классная шмоточка. Я думаю, может, даже под раз 10 сейчас попробуем крутануть. Посмотрим, какой тут шанс выбить действительно классную вещь. Я сейчас раз 15 крутану под какую-нибудь, не знаю, веселую, динамичную музычку. Поехали. Ну что ж, друзья, потратил я тут уже, блин, крутанул, даже не знаю, сбился счета, потратил около 1000, если не больше, рублей, и, видимо, золотой скади на сварка это мой максимум, поэтому, ну, вот такой вот кейсик, я покрутил его много раз, показал вам, что тут возможно, поэтому давайте мы сейчас просто пойдем, что называется, во все тяжкие, крутанем эксклюзивный кейс за 979 рублей. Который, в принципе, является одним из самых дорогих. И посмотрим, что нам тут может выпасть. А выпасть может просто с первого раза арканочка, пожалуйста, на SF. Я думаю, это будет отличным нашим вторым предметом на розыгрыш. Друзья, все самое интересное я вам сказал. Спешите, и те, кто любят этим заниматься, вот в этой всей движухе поучаствовать, в этом Black Friday, очень, короче, черная пятница, да, у меня английский просто отличный, не надо мне писать об этом в комментариях. Вот, промокодик вы видите у себя на экране, пользуйтесь, пожалуйста, вот, смотрите мои кейсы, ну, действительно, быстро заканчиваются, быстрее, чем у Миши Миссисипи, я удивлен, приятно удивлен. Вот, ну а с вами был сегодня Имба, и для участия в розыгрыше, как я уже говорил, вам нужно собрать 2500 лайков на этот видео с момента публикации в течение недели, сделать репостик с нашей группы ВКонтакте, ссылочка будет в описании, ну и сжать кулаки и надеяться на свою удачу. Вот, и как я уже говорил, с вами был Имба, увидимся в новых выпусках и в новых видосиках, а сейчас всем пока и всем удачи!